Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Ворозов. Мирослав Эдуардович, приветствую! Добрый день, Михаил! Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы, так сказать, собрались вне наших бесед на исторические темы. Сегодня мы поговорим про какое-то кино. Ну, я надеялся, вы о женщинах предложите поговорить. Это в следующий раз, наверное, уже. Ну, раз про кино, значит, про кино. Да, уважаемые друзья, вышел не так давно художественный, не побоюсь этого слова, фильм «Грейхаунд». Вот, оставил, как я понял, у многих очень неоднозначное впечатление и в своих комментариях и пожеланиях, неоднократно высказанных в разных формах, дошедших до меня, очень многие просили, значит, высказать свою мысль и свои эмоции по поводу этого фильма. Я долгое время, в общем-то, считал, что в этом нет никакой необходимости, потому что, честно говоря, я считаю, что для профессионального историка заниматься оценкой художественных фильмов – это вообще занятие контрпродуктивное. Мне, как специалисту, что это ничего не дает. У меня не хватает времени на работу непосредственно с архивными первоисточниками. Это намного важнее, интереснее, вот, чем просмотр художественного кино исторического. Вот. Ну и кроме того, есть еще такой момент немаловажный, что в принципе-то ведь художественный фильм, в отличие от документального, он действительно не может быть повторять все строго. Вот. Там правда исторического факта очень часто уступает другим правдам и идеям. То есть, правда образа тех людей, которые творили исторические события, или какой-то вообще там философский посыл там, от создателей фильма, когда все происходящее на экране, вот эта вот историческая обстановка, или, как сейчас модно выражаться, сеттинг, да, он является как бы определенным, другое иностранное слово использую, бэкграундом для того, чтобы отыграть на фоне этого бэкграунда какой-то режиссерский посыл. А сама историческая правда факта, она второстепенна или даже третьестепенна. И, в общем-то, такой подход, ну, многими осуждаемыми, я лично для художественного кино не осуждаю. И почему, я вам поясню на очень простом и доходчивом примере. Я уверен, что подавляющее большинство зрителей канала согласится со мной, что фильм «17 мгновений весны» – это шедевр, признанный отечественной кинематографией. Нет слов. Нет слов, одни эмоции, и все положительные. Да. Согласен. Вот. Но в то же время, как исторически этот фильм воспринимать сложно. Ну да. Ну, в свое время там и книжки целые писались еще в начале 90-х там, по развенчанию этого фильма, перечислению исторических неточностей или возьмется записывать ролики, то неточностей, несоответствий чисто исторических там может найти огромное количество. Но все это не лишает его все равно статуса прекрасного фильма, на котором воспитывались поколения, я надеюсь, будут воспитываться поколения наших людей, наших граждан, нашей страны. И это совершенно заслуженно. Поэтому сами по себе исторические неточности в художественном кино, на мой взгляд, не являются определяющими. На мой взгляд, все-таки определяющим является вот именно его произведение как киноискусство. А для того, чтобы оценивать этот фильм как произведение киноискусства, надо быть не историком, а кинокритиком. А я кинокритиком не являюсь. Я являюсь простым зрителем, точно так же, как вы все. Да. Вот. И могу высказывать свое частное мнение, которое, в общем-то, ни на что не претендует, кроме как на частное мнение. Мне лично фильм «Грейхаунд», сразу скажу, как простому зрителю, не понравился. Почему? Я, в общем-то, расскажу дальше. Вот. Поэтому я не хотел на эту тему выступать. Но в то же время в процессе подготовки я понял, что вот настойчивое предложение, которое высказывали мне Михаил и Владимир, все-таки записать этот ролик по поводу фильма «Грейхаунд», оно оправдано. И, видимо, по той простой причине, что в силу своей специфики, вот эта вот вся тема подводной войны, войны на море, там битва за Атлантику в частности, она настолько специфична, что очень многие будут судить об этой теме. Не по моим там профессиональным трудам, и, к сожалению, там, и не по лекциям специалистов там, на YouTube-каналах и так далее, а будут судить по этому художественному фильму в силу ну, просто естественных причин, что охват аудитории художественным кино намного шире. И поэтому люди, которые вот, профессионально это не будут все вычитывать, узнавать и прочее, они могут воспринять это все за чистую правду. И, может быть, вот эта вот небольшая сравнительно короткая лекция, посвященная фильму «Грейхаунд», поможет им понять всю неоднозначность, мягко говоря, того, что происходит там на экране. Вот. Вот это вот как бы основной посыл, который я хотел вам сказать. Значит, что касается теперь уже непосредственно самого фильма. Ну, фильм снят по книге американского писателя Скотта Форестера. В 1955 году она была написана. То есть, это первое десятилетие послевоенное.
Сам Скотт Форестер во время Второй мировой войны на флоте не служил. Он известный довольно-таки писатель. По его книгам снята серия, очень хороший сериал, ну, тоже с вымышленными персонажами, по периоду наполеоновских войн, по периоду Нельсона, про британский парусный флот того времени. Там, в общем, главный герой — лейтенант Хорнблауэр. Это вот тоже все под книгам Скотта Форестера. Я не специалист по XIX веку и не берусь судить, насколько, значит, все то, что показано в Хорнблауэре, те вот образы, собирательные образы английских моряков, соответствовали тому времени. Лично мне вот тот сериал, снятый англичанами, понравился. Ну и я надеялся... По-моему, Кирилл Назаренко рассказывал про него в свое время. Возможно. Я, честно говоря, если он это рассказывал, я вот этих вот лекций не смотрел. Я про Блада. Про Блада точно было. Про Питера Блада и Одиссею капитана Блада рассказывал. Вот это вот видел. Вот. Про Хорнблауэра не уверен. Ну и вполне возможно, ну так, по крайней мере, хронологически допустимо, что вот появление этого романа, который в оригинале назывался «Добрый пастырь», это вот как бы кличка главного героя, которого играет в фильме Том Хэнкс. Ну, он такой религиозный, пожилой, вот он «Добрый пастырь». Это его, по-моему, и позывной там в конвое «Пастырь, пастырь». Этот роман был написан в 1955 году в качестве возможного ответа на очень хороший и до сих пор непревзойденный фильм, снятый англичанами в 1953 году «Жестокое море», которое на сегодняшний день является лучшим фильмом по битве за Атлантику вот с точки зрения англичан, с точки зрения противолодочных кораблей, то есть именно той тематики, по которой снят фильм «Грейхаунд». Он, в свою очередь, «Жестокое море», снят по роману англичанина Николаса Монсеррата, который сам служил на противолодочных кораблях, прошел службу всю Второй мировой войны. Фильм действительно заслуживающий внимания. И тот факт, что сейчас на Кинопоиске у обоих фильмов равные рейтинги, при том, что «Жестокое море» снят черно-белым и давно, а «Грейхаунд» снят недавно с большим количеством спецэффектов и цветной. Ну, вы сами можете... Современном уровне. Вы сами, да, можете легко сделать вывод, кто из них является шедевром киноискусства, а кто, так сказать, производная от спецэффектов. Другое, что мне вот лично очень не понравилось, это тоже в качестве таких общих еще вступительных замечаний, это то, что в фильме есть как бы большое количество проверяемых деталей. Вот это вот как бы цепляет там переход конвоя HX-25, февраль 42 года. Там фигурируют названия кораблей. То есть много проверяемых деталей. Кажется, что ты вот сейчас тебе покажут реально происходившие события. На самом деле конвои HX-25, которые реально действительно были конвои этой серии, которые ходили по Атлантику, HX-25 проходил в феврале 40-го года. Но уж никак не в феврале 42-го. Разница в 2 года. Да? Названия кораблей, которые там фигурируют, хотя потом выясняется, в общем-то, я, почитав про этот фильм по интернету, выяснилось, что это не название, а типа позывные, которые от названия отличаются, там тоже не соответствуют, и много других вещей. Вот так вот брать и смешивать реально существовавшие названия с вымыслом, я считаю это делом непростительным. Опять же, в качестве подтверждения приведу исторический пример. Вот замечательный роман Фадеева «Молодая гвардия». Наверняка многие его читали и так далее. Когда люди, реально жившие в Краснодоне и знавшие этих реальных людей, и некоторые даже те, которые участвовали, ну, в качестве второстепенных персонажей этого романа «Молодая гвардия», взяли, написали письмо Фадееву о том, что вы знаете, вот мы вас очень любим, уважаем, там, как лауреата Сталинской премии вообще, но вы знаете, вот такие-такие-такие-то факты, которые вы изложили в своем романе, они действительности не соответствовали. И сейчас из-за вот этих вот допущенных вами неточностей мы, как участники тех событий, страдаем, потому что вы не совсем верно изложили нашу роль в тех событиях, и вот сейчас вот нам люди задают вопросы или делают какие-то комментарии в отношении нас, основанные не на том, что мы реально делали, а на том, что они прочли в этом романе. Ответ Фадеева был: а вы знаете, роман – это вообще-то художественное произведение. Да. Типа, а чего вы от меня хотите? Ну, и вот вопрос, а как можно писать художественное произведение с фамилиями реальных людей? Ну да, это смешение вот этого вот правды и вымысла, оно может приводить к вот таким вот негативным вещам, что, ну, он там, правда, под вымышленные фамилии вывел там предателя, который предал молодую гвардию, а потом
последующим расследованиям, которые проводились там, включая 70-е годы, выяснилось, что он вообще к предательству этой молодой гвардии никакого отношения не имел, и вся эта история вообще другую подоплеку носила. Ну, мы сейчас не будем об этом говорить, но просто это все недопустимо. Можно, неосторожно обращаясь с материалом и присваивая своим выдуманным идеям и персонажам имена реальных людей, можно непосредственно искажать их судьбы, ну, называется, в реальном времени. Я считаю такой подход недопустимым, и никоим образом его оправдать и приветствовать, естественно, не могу. Далее, что образ, который сыграл Том Хэнкс, как главный герой этого фильма, мне, например, совершенно не впечатлил. Там его персонаж из фильма это не так видно, а в романе это было четко прописано. Он, в общем-то, достаточно пожилой человек, который был до начала, до вступления США во Вторую мировую войну, он уволился уже с действительной военной службы. У него перстень об окончании Анаполиса на руке виден. Это военно-морская академия, которая готовит основные кадры, кузница адмиралов американского флота. Ну, вот тут флот мирного времени, он, значит, в этом флоте мирного времени служил, успел уйти в запас, но началась война, его из резерва призвали. И вот этот вот эсминец, на котором он оказался, сразу его, как командира этого эсминца, ставят во главе эскортной группы. Причем эта эскортная группа состоит из кораблей британского флота. Америка только вступила во Вторую мировую войну, а англичане уже воюют с сентября 1939 года, уже сколько месяцев до февраля 1942 года, и вдруг такое доверие, что на основании только лишь того, что вот он старший по званию среди всех командиров кораблей, это командир переросток, его ставят во главе этого эскорта. Ну, извините, британское адмиралтейство, конечно, чтит традиции субординацию, но не до такой степени, чтобы рисковать собственным конвоем и человека без опыта ставить во главе группы противолодочного эскорта. Это логично, совершенно верно. И вот он, ну, здесь, наверное, это оправдано, но он весь фильм ходит с таким вот выражением неуверенности и какого-то лузерства на лице, но в конечном итоге оказывается весь в шоколаде. 4 подводных лодки конвой за время перехода потопил, но до этого мы еще дойдем. Философского посыла никакого в фильме тоже нет, ну, разве что, что роль Америки в битве за Атлантику недооценена, и на самом деле не англичане, а они сыграли ведущую роль в этом всем. Если в этом философский посыл, то тогда, конечно, извините. Посмотрим, что на это переписывание истории, на которое так бурно всегда реагировало британское правительство, тут по поводу статьи Путина высказывались, по-моему, с Foreign Office. Что же они, значит, как они отреагируют на вот этот вот месседж от Голливуда по поводу переписывания истории битвы за Атлантику. С учетом отсутствия всего вот этого, образов, философского посыла и прочего, на первое место во всем фильме этом выходит экшен. Бессмысленный и беспощадный. Компьютерное море, наполовину компьютерные корабли, компьютерный конвой и, значит, различные спецэффекты, о которых мы поговорим. Это вот основное вступительное, что я хотел бы сказать. Теперь, значит, коротко пройдемся по самому видеоряду, что там было. Ну, да, еще, значит, в качестве вводного. Вот слоган фильма, который я на Кинопоиске обнаружил. The only thing more dangerous than the front line was the fight to get there. То есть, перевод на русский, единственной я знаю, кто должен, вещью. Извиняюсь, теперь я знаю, кто должен был открывать Олимпиаду в Сочи. Единственной вещью более опасной, чем фронт, был бой за то, чтобы попасть туда. Вот такой вот слоган фильма. То есть, видимо, этот слоган адресован тем, кто посмотрел фильм там «Спасти рядового Райана», «Ярость», кто проникся, значит, тем героическим самоотвержением американских солдат, которые доплыли до Европы. И вот еще труднее, чем на фронте, этим солдатам было переплыть через Атлантику, потому что посмотрите, с каким боем шел конвой. Ложь начинается, я бы сказал, уже с этого слогана. Потому что весь личный состав американских войск для открытия второго фронта возился в Америку не в составе вот таких вот конвоев грузовых транспортных, которые мы показали в фильме. Из Америки в Британию, имеется в виду. Из Америки в Британию, да. Возился не в составе таких вот транспортных конвоев, как мы увидели в фильме, а на борту быстроходных лайнеров, которые лодками практически были неперехватываемы. В силу того, что они шпарили там на максимальной скорости, там обладатели голубой ленты в Атлантике, британский лайнер там Queen Elizabeth, Queen Mary.
Ни один из этих лайнеров не был потоплен в ходе Второй мировой войны. И солдаты армии США, которые переправлялись через Атлантику, по большому счету никакой опасности не подвергались. Слоган нам как бы говорит об обратном. Я видел, читал в интернете тоже, значит, слезливые комментарии по поводу этого. Ах, мы не знали, а вот оказывается, как же им было тяжело. Дальше, значит, в первые кадры экранного времени мы видим корабль, на котором, значит, герой Тома Хэнкса является командиром. Это эсминец типа Флетчер. Бабах, ни больше, ни меньше. Корабли этого типа – это новейшие эсминцы флота США. Головной корабль вступил в строй в июне 1942 года и принимал участие. На Тихом океане, по-моему, все. Да. Говорили, да? Ну, не все, но длительное время вот все первые корабли, все первые флотилии, укомплектованные эсминцем типа Флетчер, отправлялись на Тихий океан. Участвовали они в боевых действиях там с ноября и с декабря. То есть в феврале 1942 года в Атлантике ему было оказаться, ну, вообще никак не судьба. Ну, выяснилось, что, ну, ладно, наверное, пойдем, как сказать, на поводу у тех, кто объяснял идею использования эсминца типа Флетчер, потому что реальный корабль этого типа там стоит, по-моему, в Новом Орлеане в качестве корабля-музея, им просто легче было его снять, сэкономить там на компьютерной графике, не надо было вообще все отрисовывать, там какую-то реальную настройку, а все остальное делать на компьютере. Ну, бог с ним. Вот. А вообще реально корабли охранения атлантических конвоев из состава флота США в то время в Атлантике были. Это были либо эсминцы типа Глифс, там постройки 39-40 года, более новые корабли. Но основная масса это была так называемая гладкопалубная, четырехтрубные эсминцы конца, проекта конца Первой мировой войны, которые строились там с 18 по чуть ли не 25 год. Ну, такая четырехтрубная конструкция, 4 102-миллиметровых орудия, они и то никак были на наших эсминцах типа «Навик», там все в диаметральной плоскости и могли вести огонь на борт. На борт из этих четырех только 3 орудия могли вести огонь, ну и вот торпедные аппараты были в диаметральной плоскости. Вот эти вот корабли, в общей сложности, по-моему, 250 их было построено. Вот за эти годы 50 в 40-м году отдали англичанам, американцы за аренду баз в Западном полушарии. Но у них еще осталось огромное количество. Масса этих кораблей выводилась из резерва после вступления Соединенных Штатов в войну. Ими укомплектовывались противолодочные группы. И когда начинают показывать экипаж этого эсминца «Киллинг» в кадре, что там вот 20-летние юноши, причем как матросы, так и люди в звании лейтенанта там с двумя шпалами, то есть сухопутный капитан с такими же знаками отличия ходят, что вот это вот все 20-летние школьники – нас тоже пытаются разжалобить, дескать, смотрите, как было американцам тяжело. Дети воевали. Детей пришлось отправить на войну. Но эти дети в первом походе вообще ведут себя просто как эта самая команда там 300 проверенных боями спартанцев. Настолько же примерно безупречно. Ну, оставим это, оставим это, в общем-то, на совести их. 9 минут 27 секунд. Британский эсминец из состава охранения конвоя сообщает вот этому вот герою Тома Хэнкса, командиру эскорта, что пора поохотиться нам на подводные лодки. Выходит из состава ордера охранения конвоя и куда-то там в сторону, потому что у него, значит, на экране радара засветка радиолокационной станции. Всплывшей подводной лодкой он бросает свое место в ордере и чешет туда топить эту подводную лодку. Извините, но так могли поступать в феврале 42 года только американские корабли. Британские корабли, уже все командиры, которые подобным образом поступали с сентября 1939 года, от всех уже них Адмиралтейство избавилось. Оставляем это на совести создателей фильма и создателей литературного, значит, прототипа этого всего. Безобразие. Дальше. 13 минут 45 секунд. Командир артиллерийской боевой части предлагает командиру, причем это днем дело происходит, предлагает командиру, ну, на 15 километров, на расстоянии 15 километров от корабля, почему-то вообще, ну, в самом фильме, и это видно вот на графике, когда они там на рабочем планшете прокладывают расстояние курса, все ведется в милях. Но тут, видимо, переводчики решили подсластить пилюлю, облегчить восприятие, и все начали переводить по собственному разумению в километрах. Как именно они переводили... Вообще, это можно над этим долго думать, но то, что они вообще каких пузырей напускали при переводе этого фильма, это история
отдельная. Там вот, например, многие вот с удивлением узнали, что из словаря команд такую команду, как «одерживай», «одерживай». Вот, из этого фильма, что оказывается, есть такая команда «одерживай». Кто кого должен был одерживать? То ли командир там старпома от нетактичного поведения на мостике, то ли что. Потом, значит, выяснилось, что на самом деле это «одерживай» – это так держать. То есть корабль осуществляет поворот, вот он лег на нужный курс. И командир говорит, все, ну, то есть прекратить поворот, так держать. Держать вот строго по курсу. Вот это вот «одерживай», так держать. Вот, и еще там много всего смешного. Так вот, возвращаясь к этому, значит, командир артиллерийской боевой части на основании засветки на радаре предлагает командиру открыть огонь артиллерии эсминца по цели, находящейся на расстоянии 15 километров, которую визуально не видно. Ничего страшного. Какой смысл? Я понимаю, что дальность стрельбы вот этих вот орудий МК-12, хотя они и были, мы в одной из лекций наших говорили, что американцы были одним из многих, кто на эсминцах еще до начала Второй мировой войны начал ставить универсальную артиллерию. То есть пушки имели укороченную длину ствола, всего 38 вместо 50-55 калибров, но за счет этого могли стрелять по самолетам. Вот даже это 38-калиберное орудие могло вести огонь до 16 тысяч метров, цель вошла в дальность, но какой смысл вот ее обстреливать из пушки только на основании засветки символа на радаре? Ну, радар у них вообще работает безупречно. Этих ложных отметок, целей, как и гидроакустика тоже. Там никакие косяки рыб, там, которые, значит, очень часто и советские там, гидроакустики принимали там, за подводные лодки и прочее. Этого ничего нету. То есть, вся работа сводится просто вот смотри экран, давай пилинг, все. Вот. Так же примерно у них и с радаром. Ну, конечно, если такой безупречный радар, почему бы и не пострелять по его данным с другой стороны. Там написано, что это противник именно. Да, на нем, да, прямо на экране радиолокационной станции написано, да, что это противник. Вот. Уже, наверное, свой чужой. У них в феврале 42-го года система работала на всех кораблях. Поэтому сомнений не было никаких. Да, прямо в радаре было все подписано. Вот. Но командир, надо ответить ему должное. Хоть он и такой вот с неуверенным таким лузерским выражением лица ходит весь фильм, он все-таки на это дело не повелся и сказал, нет, по невидимой цели мы из пушки днем стрелять не будем. Только когда ее увидим. Вот, ладно. Значит, дальше. 14:39. Они обнаружили подводную лодку. Ну, при сближении с кораблем лодка уходит под воду. Значит, они начинают, гидроакустика, он начинает давать данные, и, значит, курс на перехват делает, дает вот герой Тома Хэнкса рассчитать курс на перехват подводной лодки с учетом того, что враг движется на 6 узлах. Подводная лодка на 6 узлах на расстоянии 8 километров от конвоя. Извините, вот при том положении, на котором мы видим там на боевом планшете, лодка уже находится по траверзу конвоя. Даже если предположить, что она пойдет на 6 узлах, а мы говорили вот в предыдущей лекции, что при максимальной скорости лодки 7,5 узлов, она, ну, у нее чуть больше часа будет на полную разрядку аккумуляторной батареи, если она будет идти близким к максимальному ходу. И реально лодки на 6 узлах ходили, но это не мог быть час. Она уже на траверзе конвоя. Даже если она максимальным ходом вот эти вот 8 километров преодолеет, она не выйдет на дистанцию залпа, когда последние суда будут проходить. Она будет вынуждена стрелять вдогонку. Она уже не успевает, она уже пропустила фактически позицию для атаки. Какой смысл для подводной лодки идти на 6 узлах? Какой смысл командиру говорить, делаем расчет из перехвата цели, исходя из того, что она идет на 6 узлах? Только потому, что у нее максимальная скорость 7,5, непонятно. 15:45, вот эта вот вся драматическая, значит, ситуация раскручивается, только в 15:45 идет команда включить гидроакустическую станцию. То есть корабль находится в противолодочном охранении конвоя. Да, представляете? С выключенной гидроакустической станцией, оказывается, он ходит, охраняет конвой. Вдруг она разрядится или что-нибудь такое еще там. Вдруг она заболеет, чихать начнет. Корабль, который выполняет охранение конвоя от подводных лодок, которые днем имеют тенденцию атаковать из-под воды, ходит. Ее включают только по дополнительному приказу командира. Почему? Тайна сия велика. В 16:24 акустик в процессе преследования подводной лодки докладывает, что от подводной лодки нет шума винтов. Вот это, честно говоря, меня вообще поставило в тупик. Потому что дело в том, что вот на советских подводных лодках были до войны придумана система стабилизации глубины без хода.
Ну, там специальная была система, которая, значит, четко фиксировала у лодки отрицательная, положительная плавучесть и просто автоматически регулировала подачу воды в уравнительную цистерну. Если лодка очень тяжела, значит, в автоматическом режиме вода оттуда откачивается, начинает всплывать наоборот, вода туда подается. И таким образом лодка могла без хода находиться, ну, при этом вот зависнуть на глубине. На немецких лодках такой системы не было. Лодка идеально удифферентована с нулевой плавучестью быть не может. Она все равно будет либо всплывать, либо погружаться. Для того, чтобы управляться при отсутствии идеальной нулевой плавучести, лодке нужно управляться горизонтальными рулями. Горизонтальные рули будут действовать только если лодка на ходу и есть набегающий поток на поверхность руля, при помощи перекладки которого ты можешь чуть подвсплыть, компенсировать там свою отрицательную или положительную плавучесть. Если подводная лодка выключила, соответственно, двигатели, она все, она либо тонут, либо всплывать начнет тут же. Вот. Она как акула. Или есть еще, конечно, вариант, что она легла на грунт. Но при средних глубинах в Атлантике 2,5 километра... Да, сложно. Сложно предположить, что прочность корпуса у немецких подводных лодок была такая, что командир решил бы полежать на грунте. Дальше, продолжаем. Главный герой смотрит в бинокль через залитую водой стекло боевой рубки. Это примерно так же, как вот вы зимой захотите посмотреть на улицу из бинокля через замерзшее, покрытое льдинками окно. При этом он стоит, в общем-то, рядом с дверью, выйти из боевой рубки и посмотреть, значит, с борта корабля в том же самом направлении больших труда не составит. Там холодно, видимо, просто. Видимо, так удобнее, да. Дальше они выписывают там хитроумный пируэт. Сразу они подводную лодку, значит, пройти над ней не смогли. Начал командир такой вот, при том, что у него такой подготовленный экипаж, который там потом все так замечательно все делает. Значит, когда командир, то они поворачивались у левого руля, потому что лодка была относительно корабля слева, а потом он приказывает прекратить поворот налево и начинает право. Вправо они поворачивать, они описывают почти полную циркуляцию и ловят как бы лодку, которая продолжала идти слева, у себя за кормой. Стороны. У себя за кормой с другой стороны. И там первой же серии глубинных бомб ее накрывают, и она погибает. Замечательная удача. Да. А все значение этой удачи может понять только специалист. Потому что в ходе подготовки всей атаки ни разу ни акустик, ни командир ни словом не обмолвились о глубине погружения подводной лодки. И на какую же глубину устанавливать бомбы подрыва. Немецкие лодки могла находиться от перископной глубины, то есть 15-20 метров ниже поверхности, до, так сказать, легко погрузиться на 150 метров. И одной серии глубинных бомб ты все возможные глубины нахождения подводной лодки не перекроешь. Поэтому, естественно, корабли сбрасывали по нескольку серий с различной установкой глубины. После каждой из них надо было восстанавливать контакт гидроакустической станции, еще каким-то образом пытаться понять, на какой глубине подводная лодка, потому что гидроакустическая станция точных данных о глубине погружения не давала. Здесь первая серия, и все готово. Ну, замечательная удача. Редкая удача, которая вообще целиком и полностью в этой фильме на стороне американцев. Ну, что, в общем-то, неудивительно. Уже удача, что этот фильм снят в Голливуде. Зачем же нарушать цикл этих удач? В 2:30 командир дает команду отбой боевой тревоги. Вот они потопили эту лодку, все, отбой боевой тревоги. Пардон, вы находитесь... ладно, бой закончился. Но, во-первых... Там сразу, значит, такое четко различимое, нарисованное на компьютере пятно воды на поверхности, которое по цвету отличается от морской воды. Все сразу все поняли, да, эта лодка потоплена, это больше ничего другого быть не может, это не померещилось. Ну, конечно, там вода просто фиолетовая, вся остальная зеленая, это фиолетовая. Только дальтоник не поймет, что лодка потоплена. В реальности, конечно, все было не так, и о гибели подводной лодки можно было судить только там спустя какое-то время, когда там после нескольких галсов корабль не устанавливал гидроакустический контакт, и то очень часто подводная лодка отрывалась. Поэтому моментальный после успешной атаки отбой тревоги, что командир уже заглянул в карты противника и понял, что лодка уничтожена, ну, это продолжение вот той же самой цепи удачи и уверенности в себе, которая, в общем, на протяжении всего этого фильма фигурировала. Далее, 27:54. Сигнальщик замечает торпеду подводной лодки на расстоянии 450 метров от эсминца, при том, что волнение моря составляет 2-3 метра, а торпеды, как мы знаем, вот по реальным данным, шли на глубине 4 метров.
Как вы представляете себе в волнующемся море на расстоянии 450 метров, пусть и в бинокль, обнаружить идущую на глубине 4 метров торпеду? Удача. Удача, естественно. Но там дело в том, что в фильме «Грейхаунд» это, может быть, и не бросается в глаза, потому что там от торпеды такой мощный выхлоп, что это какая-то вот реактивная торпеда шпарит, там, я не знаю, на перекиси водорода, там, оставляя след за собой и бурун на поверхности такой, что только там действительно слепой ее не заметит. В реальности, конечно, торпеды немецких подводных лодок у поверхности не ходили, никаких следов вот таких вот не оставляли. Не говоря уже про то, что больше половины торпед, находившихся на борту немецких подводных лодок, были электрические торпеды, которые, в принципе, не оставляли следа. Ну, ничего. В фильме «Грейхаунд» все торпеды следные, идут у поверхности. Торпеда затесалась просто вот эта, да, вот водородная. Да, ну, они дальше в фильме все торпеды, которые мы видим, они все идут по вот этим же самым лекалам. Значит, сразу как только вот эту вот торпеду обнаружили, командир дает команду определить источник, откуда торпеда. Ух ты. После этого ему докладывают пропеллинг направление на источник. Вот мне очень интересно, а как вот они, при помощи какой они этот источник определили? То есть, подводная лодка выпустила торпеды. Что, спустя минуту после выпуска торпеды из торпедного аппарата там дым поднимается клубами кверху или там шум, не знаю, какой-то идет? Как можно определить спустя время после выстрела торпеды источник того места, откуда эта торпеда была выпущена? По направлению. Ну, это тоже какая-то... Ну, по направлению, да, но... Вот ты от той точки, с которой первую торпеду заметил, и, значит, она куда-то там пошла, прокладываешь там обратный пеллинг, но все равно это же будет прямая, а не луч. Точку, из которой выпустили эту торпеду, ты не знаешь, сколько она до момента обнаружения сигнальщиком прошла, там, метров, километров, дециметров, там, миллиметров. Абсолютно невозможно. Но ничего, вот благодаря уникальной голливудовской технике они с этой задачей справляются. У него точно кликуха была, этот самый пастырь? Не, да. Острый глаз, там, или как соколиный глаз, короче. Нет, так он не сам. Сам он смотрит из боевой рубки с замерзшими стеклами через бинокль. Сам это, да, это его... Короче, значит, сигнальщик-индеец был, Чероки, соколиный глаз. Дети Чероки. Дети племени Чероки, да, они ему помогают. Значит, 30-18. 5 сигналов перед конвоем по радиолокационным станциям. То есть, 5, грубо говоря, подводных лодок в надводном положении, от которых отразили сигнал радиолокационных станций. Ну, хорошо, допустим, это волчья стая. Угу. Допустим. Вопросов нет. Все замечательно. После того, как, значит, в рубке корабля эту весть обсосали, что 5 отраженных сигналов, идет, значит, смена картинки, и тут мы видим, как из-под воды Атлантики всплывают одновременно 5 подводных лодок. Возникает вопрос. Радиолокационные станции уже и под водой обнаруживают подводные лодки? Всплыли же они только после того, как прошли доклады об их обнаружении. Это художественный вымысел. Понятно. Вопросов нет. 32 минуты. Сообщение командира конвоя. Мы перехватили множественные радиограммы на немецком. Тоже все хорошо. Да. Но по-другому совершенно фильму. Не «Игры разума», а там «Игра в имитацию» 2014 года, мы знаем уже о том, как англичане с большим трудом раскололи передачи, которые осуществлялись немецкой шифровальной, при помощи немецкой шифровальной машины «Энигма». Да. Что была целая операция «Ультра», был центр декодирования, центр правительственной связи декодирования в Блэчли Парк, так называемый, который раскалыванием этих всех радиограмм занимался. А тут не надо никакого Блэчли Парк. Они так разговаривают. Вот, потому что командир конвоя, он уже по набору цифр, полученному радистом, определил. Цифры-то на немецком языке. Конечно. Да. Цифры-то на немецком языке. Знаменитые немецкие цифры вот эти вот. Да. Замечательно. Поехали дальше. 32-56. Командир спрашивает, а почему у нас дворники на окнах боевой рубки сломались? Ему матрос отвечает, они не сломались, они примерзли. Забыл не замерзайку залить, короче. Да. Они не... Ну, хорошо. Но, товарищи дорогие, это все-таки... Это не все-таки не какой-то подмосковный труд. Это Северная Атлантика. Здесь вода соленая. Чтобы она замерзла, нужна определенная температура. При этом мы видим, что главный герой свободно перемещается между палубой и боевой рубкой, ну, в меховой куртке, в меховой подкладке, но она у него расстегнута все время. А в конце фильма он вообще ходит в шлепанцах на босу ногу.
Вот. При этом дворники, может, морж, дворники при этом дворники примерзают. Ну, в общем, не знаю, как кому, а мне сразу вспомнился Павка Корчагин, когда увидел вот его босиком в этих шлепанцах, который строил узкоколейку до Киева, чтобы там дрова нарубили, и вот он там в разваленных сапогах или вообще чуть ли не босиком ходил по снегу и копал вот это вот. Если нас пытаются навести на то, что командиру американского эсминца было так же тяжело, как Павке Корчагину, ну да, вот, да. То ладно. Посыл такой именно, что вот так тяжело я было. По крайней мере, рад за то, что они смотрели наше отечественное советское киноискусство и не знают, откуда черпать вдохновение. 33 минуты 29 секунд. Радиолокационные данные о том, что подводная лодка находится в 4 километрах от эсминца, но днем визуально при этом ее не видно. Ну... То есть радар лодку видит, а сигнальщик на расстоянии 4 километров ее не видит. Но сразу после этого артиллерийская установка, которой командир корабля, полностью, видимо, устранивших от своих обязанностей, устал он от них, он разрешает открывать огонь сразу по обнаруженной цели, и тут же пушка, значит, начинает садить в эту цель. И лишь после этого командир, значит, выбегает на палубу корабля и в бинокль обнаруживает цель, которая, значит, уже прекрасно была видна его артиллеристам. И другой вопрос вообще. А зачем это нужно было подводной лодке? Вот всплывать днем на расстоянии 4 километров, зная о том, что это будет в зоне досягаемости орудий эсминца, зная, что эсминцы имеют на вооружении радиолокационные станции. За каким, собственно говоря, лодке это понадобилось? Вообще про лодки немецкие в этом фильме – это отдельный разговор. Действия их никакой логики, ни внутренней, ни даже внешней формальной, не соответствуют. Не говоря уже, чтобы они соответствовали каким-то реальным тактическим наставлениям, на основании которых действовали подводники немецкие во Вторую мировую войну. И, видимо, для того, чтобы окончательно, значит, демонизировать своего врага... Противник такой, да, как в этих, да, фильмах. Тотальное зло, да. Просто. Чтобы окончательно демонизировать этого противника, лодки, людей на них нет. Это вот какие-то роботы или злые существа, потому что лодки, всплывая, идут по несколько минут на водном положении, верхняя вахта на рубке не появляется. Они сами вот идут. Они, да, это какой-то вот там искусственный режиме. Интеллект, да. Это Алиса. Вообще, да, вот за исключением одной единственной сцены, где действительно на палубе и у орудия немецкой лодки появляются люди, во всех остальных они полностью обезлюжены. Это вот такое тотальное безлюдное зло, это вот какие-то, я не знаю, там, вангольфьеры, там, гремлины, трудно сказать, в общем, какие-то порождения враждебного гения. Вот, искусственного интеллекта. Дальше идет еще ряд очень несуразных вещей. Там проход вдоль борта, вот так вот трутся бортами с высеканием искры, эсминец проходит мимо огромного транспорта, по-моему, даже лайнера. Потому что главный герой вот так вот смотрит вверх, и там какой-то бесконечный, да, бесконечный надводный борт этого судна, притирку с которым они проходят. А на носу у него написано United States. Я понял, это же лайнер United States, знаменитый обладатель голубой ленты в Атлантике. Одна незадача, он построен в 1951 году. Это какой-то другой альтернативный United States, переместившийся во времени и, видимо, еще в два раза круче, чем реальный, потому что где-то там его надводный борт кончается очень высоко. Вот. Эсминец высыпает из него, да, осыпает его искрами, и дальше они расходятся. В общем, удивительная ситуация для столкновения двух кораблей в море. Вот. Дальше еще много всяких нелепостей, но вот мне больше всего в этом фильме понравилось следующее. До нее речь доходит на 44-45 секунд. Это о том, как с подводной лодки, как там, Грейхаунд, да. Это серый волк, зубовищок, я утоплю тебя, этой ночью вы погибнете, ну и прочее все. Но вопрос о том, насколько являются нелепыми подобные завывания, мы как бы оставляем за кадром. Да. На кого это все рассчитано? Меня лично, как человека, вот, который все-таки занимался вот много и тактикой, и техникой, изучая битву за Атлантику, вызывает вопрос следующий момент. А как это все могло оказаться на внутренней трансляции эсминца? Так что это транслируется вот в боевую рубку и, видимо, на все остальные отсеки корабля. Там, видимо, радист у них приколист был. Как, в принципе, это может осуществляться? Ну, так, корабли общаются с базой, с друг с другом на дальние расстояния при помощи коротковолновой связи. Угу. То есть там сидит радист на ключе, точка-тире-точка-тире, амплитудная модуляция. Частотная модуляция – это диапазон УКВ. И действительно, радиотелефоны УКВ есть, и они есть в фильме, потому что тот же самый добрый пастырь Том Хэнкс регулярно снимает трубу,
прицепную на стойке связи и говорит по этому радиотелефону в трубку, там, эсминец Игл, там, сделайте то-то, корвет, там, дачи, сделайте то-то, и вешает ее. И тут вдруг, я не знаю, может, он вот этим вот своим перстнем шайбой задел, наверное, да, переключатель, да, который то, что говорят внутри эскадры, обмениваются этим. Ну, допустим, там немцы подобрали диапазон этой УКВ-связи, которой пользуется конвой. Наверное, задел этим самым перстнем своим, что вот то, о чем они говорят с другими кораблями, становится слышно на весь вот этот вот эсминец. Причем эта ситуация повторяется не единожды. И в конечном итоге, ну, видимо, его этот голос этого немецкого клоуна, который это все говорит, парализует, как хомячка. Вот, потому что первые две трансляции, они дослушивают ее до конца, и только уже в третий раз, когда уже, видимо, боится, что их окончательно запугает, он находит в себе силы нечеловеческим усилием, значит, повернуть тумблер и выключить всю трансляцию на внутренней поверхности эсминца. Нет, я говорю, скорее всего, у них радист там приколист был просто, и чем-то ему насолил капитан, видимо, увольнительную не отпустил, там, или отпуск не дал, короче. 54-55 минута фильма. Надводный бой поврежденной подводной лодки с корветом. Ну, вот здесь мы опять возвращаемся к теме непредсказуемого тевтонского гения. Что же происходит в подводной лодке? Ну, допустим, ситуация, которая бывала в ходе битвы за Атлантику неоднократно. Корвет начал сбрасывать глубинные бомбы. От взрыва глубинные бомбы подводная лодка получает повреждения. У нее сильная течь. Они понимают, что эту течь они заделать не могут. Остановить сейчас будет затоплен отсек, от него остальные отсеки. То есть, единственная возможность, пока лодка не заполнилась водой, аварийно устроить продувание всех цистерн главного балласта сжатым воздухом из баллона воздуха высокого давления, всплыть надводное положение. Естественно, что подводная лодка не может выдержать бой не только с одним, но и с группой, тем более с группой, там не один же этот корвет был, а рядом вот этот эсминец несчастный. Выдержать бой с группой надводных кораблей, она обречена. В этой ситуации экипаж, который состоит из людей, у всех у них семьи, они тоже, как правило, хотят жить, понимая, что их песенка спета, уничтожает секретные документы, там шифровальную машину, открывают кингстоны на подводные лодки, вывешивают белый флаг и сдаются на милость победителя. Но, допустим, предположим, командир отморожен, и он решает не сдаваться, принять последний бой в надводном положении. Но тогда расчет к орудию, и открывается огонь. Что мы видим с этой подводной лодкой? Расчет к орудию не высылается, но и белый флаг не поднимается. Лодка, значит, двигается в надводном положении, по нее лупят со всех орудий, включая там автоматы зенитные малого калибра. Подводная лодка ничего, просто маневрирует от них. Лишь через 2 минуты после начала боя появляется артрасчет. Но артрасчет, или, не знаю, там по команде немецкого командира, ведет себя совершенно непонятным образом. Вот рядом с лодкой, буквально по правому борту от нее, находится вот этот вот канадский корвет, который ее в упор расстреливает. А по левому борту от нее на контркурсе, на расстоянии, ну, примерно там около километра, находится эсминец. Как вы думаете, по кому же будет стрелять подводная лодка? По эсминцу. Правильно. Конечно. Она будет стрелять по эсминцу. Вот она понимает, что она уже погибает. Вот, ну, корвет, видимо, это фигня. За него рыцарский крест посмертно не дадут. Не дадут. Я просто не понимаю других мотивов. Надо, значит, последними 2-3 выстрелами из 88-миллиметровой пушки утопить эсминец. И таким образом можно рассчитывать на рыцарский крест посмертно. Они действительно одним снарядом в эсминец попадают. На эсминце погибает 3 человека из расчета 40-миллиметрового зенитного автомата. И в них один вот из главных героев этого фильма, кроме Тома Хэнкса, там есть еще 2 Старпом, которого знаменитый британский актер играет, он в нескольких сериалах, сейчас не помню фамилию. И второй вот негр Кок, который все время, значит, его роль, это вот как в классической, да, это чеховской постановке «Кушать подано». Вот он регулярно там 5 раз, по-моему, за фильм приговорит «Кушать подано», а командир каждый раз не ест. Ну, надо же вызвать какое-то чувство там жалости командиру, как ему тяжело, как его хочется пожалеть. Вот негр отыгрывал эту роль, чтобы мы прониклись там симпатией и сочувствием к Тому Хэнксу. Ну, видимо, уже дальше отыгрывать этот номер после 5 раз не имело смысла даже для голливудского зрителя, поэтому негры решили убить. Негры у них погибают в первую очередь. Это было очень неполиткорректно. Но это традиция. Негры умирают в первую очередь. Этому негру, который по боевому расписанию, так он был командирским официантом, а по боевому расписанию, там, не знаю, вместо подносов эти кассеты с 40-миллиметровыми снарядами подавал. Надо говорить афроамериканцы, наверное. Ну, так и афро-россияне у нас возле метро стоят. Что ж теперь делать? Да. Как отличить афроамериканцев от афро-россиян? Разденешься в бане и не отличишь. Да. Вот. Поэтому лучше, я полагаю, без этих приставок говорить так, как нас в школе учили, как Данила Багдасов.
Багров учил в фильме «Брат 2». Но не суть. Короче говоря, вот его убивают. Это вот один из самых драматических моментов. Но от этого вот поведение самого, собственно, экипажа подводной лодки совершенно непонятно. Ну и полностью отсутствует вообще момент, что вот ладно, лодку они расстреляли, она там тонет, но с нее никто не спасается. Ну, по крайней мере, они никого не спасают. Ни эсминец, ни корвет, никакой сцены там с немецкими подводниками. Все, они вычеркнуты из списков. То есть, даже бы сказали там, не, вот фашисты там подонки, мы их спасать не будем. Но нету ничего. Да. То есть, лодка с вот этим вот автономным разумом затонула. Ну и ладно. Хотя вот в кадре перед этим все-таки какие-то люди по палубе лодки бегали. Ну, дальше про то, что на эсминцах британских, оказывается, броня была. Там фраза есть, лют обшивки брони выгнула. Это после того, как у него торпеда попала. Это ладно. Знаменитые бронированные английские эсминцы. Вот. Когда командиру докладывают не до конца расшифрованную радиограмму, он вызывает старпомы и говорит, займитесь этим делом. То есть, шифровальщик просто принес не до конца расшифрованную радиограмму. И это в порядке вещей. Вызывают старпома и ставят им задачу. А как старпом будет ее расшифровывать? На самом деле к шифроматериалам... Без шифровальщика. Да, на самом деле к шифроматериалам только шифровальщик допущен на корабле. Никак старпом сам по себе ее не расшифрует, не заменит шифровальщика. Ну и тут мы подходим уже вот после час 05, общая продолжительность фильма час 21. Вот, значит, здесь по логике всей голливудской и вообще киношной должна быть кульминация фильма, и мы действительно ее видим. И вот эта вот кульминация, по-моему, идеи для нее черпались из двух замечательных американских мультфильмов начала 90-х. Михаил наверняка их помнит. «Черный плащ»? Да. Вот, потому что вот оттуда они взяли вот это вот «Я черный плащ, летящий на крыльях мочи, я карающая длань». Карающая негодяя. Это вот завывание, которое слышат по внутренней трансляции экипаж эсминца, взято из «Черного плаща». Угу. А то, что происходит в кадре, взято из другого замечательного мультфильма «Чудеса на виражах». Да, да, да. Вот, потому что все то, что происходит там, по-другому просто назвать тяжело. Значит, подводные лодки вдруг, внезапно решают переключиться с транспортов конвоев. До этого они потопили 5 транспортов и 2 повредили в ходе одной ночной атаки, очень успешно. Но вдруг они, значит, свой долг перед фюрером адмиралом Дёницем забыли и решили поменять свою ориентацию с пароходов на эсминцы, которые, в общем-то, им, как мы видим, не судя помешали. По их боевым успехам, совершенно не мешали. Зачем им этот «Грейхаунд», вы там сегодня умрете, сегодня ваш последний день? Зачем вот такие вот чувства к людям, по отношению к которым тебе, в общем-то, воевать не мешают, мне совершенно непонятно. Но, тем не менее, мы все это слышим. Дальше. Цель на радаре, перископ справа. Далее в кадре мы видим стрельбу по перископу. Товарищи дорогие, американские радары в феврале 1942 года имели такую разрешающую способность, что они даже перископы обнаруживали. Но они же это еще свой чужой, там все там. Это да, это с какого такого перепугу. Радар SJ того времени мог уже обнаруживать перископ подводной лодки. Не мог, он, у него не было такой разрешающей возможности. Совершенно не было. Ну, конечно, когда мы видим в кадре, что перископ торчит примерно на метр или даже на полтора из-под воды, интересно, зачем? Хотя достаточно. Ну, так дело в том, что если бы вот эти вот полтора метра, это был бы все окуляр, тогда понятно, видимость бы увеличилась. Но окуляр находится на головке перископа. Ты его высовываешь из воды, и тебе уже хорошо видно. И как ты его не поднимай, лучше видно не станет. Оптимально перископ должен быть между волн. Там 2-3 балла волнения все время в этом компьютерном море. Оно, в общем-то, на протяжении фильма практически не меняется. И нормально в этом вот как раз это волнение считается оптимальным для действий подводных лодок. Оно не слишком большое, лодка не может обнаружить свою рубку между волнами, которая бывает при большом волнении, еще бывает при большом волнении, там торпеды, даже идущие на глубине 4 метра, может сбить с курса. Но и не слишком маленькая, когда там при штилевой погоде действительно вот гладкое, как стекло, море, и сразу бурун от перископа будет виден на поверхности. И может быть действительно видна там пузырьковый след от торпеды, идущей на глубине. Или у поверхности. Вот это вот. А 2-3 балла – это самое то. И в фильме именно погода. Все время 2-3 балла. Подводная лучше погода, не придумаешь. Вот. А тут перископ вытянут на 1.5 метра именно для того, чтобы дать возможность американским радиометристам бестолковым этот перископ все-таки обнаружить. Ну, ладно. Проглатываем это. Идем дальше. Одновременная торпедная атака эсминца двумя разными подводными лодками.
необычайная степень взаимодействия. Я вот тут вот давеча лекцию Артема Драбкина про доблестный германский вермахт, который на тактическом уровне все время долбал Красную армию, услышал. Но такого уровня, чтобы две подводные лодки одновременно атакуя эсминец из подводного положения, они не могут под водой друг с другом связаться и выпускали торпеды одновременно. Это превосходит даже то, что вот товарищ Драбкин. Кабель бросили, короче, телефон, да, да, и сидели, видимо, переговаривались. Да. Видимо, да. Видимо, не иначе. Вот, дальше. Час 10. Видимо, для того, чтобы повысить градус драматизма, мы видим эпизод, который, ну, вряд ли оставил кого-то равнодушным. Это в кадре, в которых торпеда рикошетит от борта эсминца. Не только английские. Броневой. Английские эсминцы броневые. Броневой, подумал Штирлиц, видимо. Но я хотел бы расстроить всех тех, кто верит в то, что такое могло быть, по той простой причине, что торпеды были оснащены контактным, неконтактным взрывателем комбинированным. На самом деле, ей вообще не надо было ударяться в борт корабля, чтобы взрыватель сработал. Сработала бы неконтактная схема еще на подходах к кораблю. Вот. А тут неконтактная схема не срабатывает, и контактная схема не срабатывает. Потому что там якобы удар скользящий. Но, товарищи дорогие, там был не просто лобовой ударник, как вот в советских торпедах. Там были инерционные ударники. То есть, заряд гремучей ртути, которую ты бросаешь на пол, и происходит уже взрыв этого заряда. То есть от любого резкого удара, после того, как снят предохранитель, произойдет взрыв. Но если торпеда срикошетировала от борта корабля и ушла под углом, наверное, удар имел достаточную силу для этого рикошета, значит, должен был сработать и контактный ударник. Не те торпеды загрузили. Не те торпеды загрузили. Да, вот. Да. Ну и далее, там еще много. Значит, попадание в подводную лодку артиллерийскими снарядами в тот момент, когда лодка находится на перископной глубине. Ну, конечно. Как иначе могло быть на американском флоте? Вот. Знаменитые потом, ныряющие после, снаряды. После этого, значит, после того, как лодка повреждена вот этим вот артснарядом, повторяется та ситуация была, которая со второй потопленной лодкой. Лодка всплывает на водное положение, но артиллерийский бой не вступает, но команда не сдается. Она просто продолжает плыть по своим делам в Германию. Видимо, да, как это, Джеймс Бонд переползал Красную площадь под видом, что читает газету. Она просто идет в Германию, рассчитывая на то, что Грейхаунд, ну, не станет никак реагировать на то, что она мимо проплывает. Но Грейхаунд реагирует, он ее артиллерией топит. Буквально через минуту ситуация повторяется. Следующая подводная лодка, которая, значит, стреляла по нему торпедами, его же две лодки атаковали одновременно, которая стреляла по нему торпедами. Вот эта вот лодка идет на перископной глубине. Торпед не выпускает, но на перископной глубине идет. Корабль по ней ведет огонь артиллерии. Причем командир не пытается таранить эти подводные лодки, как это всегда бывало в таких случаях, максимальным ходом и на таран. Он проходит мимо их, чтобы ввести в действие артиллерию всего борта. Чего дожидается командир подводной лодки, в этой ситуации непонятно. Готовых к выстрелу торпед у него, видимо, нет, раз он не стреляет. Но и маневр уклонения на глубину он не совершает. Он продолжает идти под перископом. Камикадзе? Все, да. Ну, не знаю, таранить перископом эсминец, это даже не камикадзе, это за пределами добра и зла. Чего еще мог ожидать? Ну и, значит, после того, как, значит, он по ней лупит, но попасть не может, тут как раз они входят в зону действия береговой авиации, появляется над конвоем гидросамолет «Каталина», значит, герой Тома Хэнкса, давайте дадим им целеуказание, они стреляют из 40-миллиметрового автомата по району перископа. Летчики очень догадливые люди, телепаты, читают мысли Тома Хэнкса, ни по каким связи он с ними, естественно, не связывается. Они сразу понимают, в чем дело, и по тому месту моря, к которому они стреляют, сразу заходят туда, сбрасывают серию глубинных бомб подводной лодки «Каюк». Она четвертая по счету за фильм, потопленная в одном походе человеком, который первый раз вышел в этот боевой поход. И, значит, на минуте 16 там у него уточняет представитель Адмиралтейства, вы в какой эскорт свой ведете? Он говорит, первый. И представитель Адмиралтейства говорит, невероятно. Вот в этом месте, согласен, полностью готов подписаться. Так это фантастический фильм, что ли, был? Оказывается. Вот, теперь в сухом остатке. Каким выводом можно прийти? Значит, по уровню своей драматургии данное кино, как, видимо, и сам роман Скотта Форестера, относится к фильмам-агиткам, которые снимались в годы Второй мировой войны или там первого послевоенного десятилетия, где противник не существует, он просто демон, там сосредоточение всеобщего зла, нету там столкновения персонажей, характеров, есть вот все самое светлое, объединенное во флоте США, и все самое темное и негодяйское, объединенное в подводном флоте Германии.
Ну, еще эти под ногами тут шебуршатся, эти англичане какие-то вот эти вот непонятные тут, значит, где-то Тома, мешаются. От Тома Хэнкса до этого фильма уважал, потому что он был продюсером сериалов «Братья по оружию» и «Тихий океан». Сериалов действительно хороший очень фильм. Достойных, сделанных хорошо с исторической точки зрения, с соблюдением всех деталей. Что заставило его в данном случае от всего этого отказаться, а ведь он был автором сценария «Грейхаунда». Это по его лекалам все вот эти вот чудеса на виражах. Мне, честно говоря, непонятно, в моих глазах его образ очень сильно потускнел. Значит, мне кажется, на те же самые деньги лучше было бы вот снять продолжение там, «Человека-паука» или «Звездного десанта» с теми же самыми спецэффектами и не трогать тему Второй мировой войны. Поэтому зачем вообще был нужен этот фильм? То ли поднять, как говорится, бабла, то ли доказать, что вот роль флота США в битве за Атлантику сильно недооценена. Если ради этого он снимался, то все равно попытка слабая. Пафоса там немножко в конце не хватает. Вот такого, чтобы он постоял там хотя бы 5 минут на фоне звездно-полосатого флага, этого не хватило. Чуть-чуть вот. Не дотянули. Как бы. Ну и в качестве глобального заключения я хотел бы сказать, поделиться вот своим основным выводом, что битва за Атлантику просто не заслуживает такого фильма, как «Грейхаунд». Там действительно были очень драматические и трагические события, там действительно было очень много всего интересного, а вот это вот просто подделка для сбора денег. Мне говорят, ну его же нельзя считать неудачным фильмом, он же уже отбился при продаже кабельной сети. Ну, естественно, если за критерий успеха ставить деньги, как нас учат наши, да, значит, учителя по демократии, то, наверное, так и есть. Это фильм неудачный. Но если все-таки у нас осталось что-то вот светлое, как говорится, в душе, и мы за историю боремся, за правду фактов исторических, то я вам рекомендую, смотрите фильм «Жестокое море». Там про битву за Атлантику все показано намного, я бы сказал, на порядок более драматично и достоверно. Людьми, ну, которые писали, что называется, по собственному видению, как они принимали участие. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Я, честно говоря, думал, что «Медвей» – редкостное дерьмо последнее, которое вышел. Но этот фильм обскакал даже «Медвей», короче. Ну, я не знаю, я не смотрел, честно говоря, «Медвея», никто не просил меня на него делать обзоры, наверное, поэтому. Вот, в перспективе, наверное, все-таки посмотрю, потому что в свое время «Войной на Тихом океане» я тоже интересовался. Вот, но вообще вот этот вот уклон, взятый в кино, превращать его в некий экшен, бессмысленный и беспощадный, где в жертву приносится все, и здравый смысл, и факты, и ничего нету вообще. Ну вот, даже вот, допустим, «Спасти рядового Райана», там был философский посыл. Да. Даже «Ярость» при всей той нелепости батальных сцен, которые там была, на меня не произвела такого отталкивающего впечатления, потому что там были действительно показаны отношения между американскими солдатами, там был показан как бы превращение молодого человека в солдата на фронте, как это нелегко и болезненно происходит, там была психология. И было хорошее исполнение и образ в исполнении нашего этого... Брэда Питта, да. Вот. А здесь я не увидел, честно говоря, ничего вообще достойного внимания. Поэтому вот при всей, так сказать, любви к Тому Хэнксу, которую я испытывал, и уважение за его актерские роли, фильм этот очень слабый. Спасибо большое, Мирослав Эдуардович. Если захотите рассмотреть «Медвей», милости просим. Буду иметь в виду. Хорошо, спасибо. Да. Спасибо. Ну, спасибо, дорогие за зрители, делайте выводы, стоит ли вам идти смотреть это кино, или стоит что-то более достойное посмотреть. Вот. А даже если посмотрите, помните то, о чем мы там говорили, и пусть для вас этот фильм послужит только стартовой точкой для развития вашего интереса к подлинным историческим событиям. Да, смотрите лучше ролики про подводные лодки Мирослава Эдуардовича, гораздо интереснее и информативнее. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго.